Всем привет! Следующая практика, которую я хотела бы вам сегодня рассказать, это если вы чувствуете какое-то напряжение, конфликт, какое-то раздражение, что-то крутится у вас все время в голове, и вы находитесь в серьезном напряжении, возьмите правую руку, пальчики соберите вот таким образом, поднесите к пупку и надавите на пупок. При этом глаза у вас будут закрыты, и вы все время надавливаете на пупок. Минуту будем делать. Вы дышите, глаза закрыты, вы все время активно надавливаете на пупок. И вспоминаете этот паттерн, эту мыслеформу, этот конфликт, эту ситуацию. При этом дышите и надавливаете на пупок. Меняем свое состояние. Надавливайте. И сейчас делаем полный вдох. И выдох. Уберем руку на бедра. Почувствуйте сейчас, насколько ум спокоен, безмятежен, свое состояние, что поменялось. Чувствуйте, наблюдайте, замечайте. И пишите, если применяете, как это работает для вас. До встречи!